В Магнитогорске уже все готово к встрече Нового года. Украшенные елки и городские улицы праздничными декорациями пестрят витрины магазинов. Подготовку к любимому празднику начали и магнитогорцы. Причем многие хотят найти такой подарок, который пришелся бы по душе всем участникам новогодней вечеринки. Свой вариант презента мечты сегодня готова предложить компания «Интерсвязь». Для предпринимателя Олеси Глуховой выбор подарков для этого Нового года – задача не из простых. Этот праздник она и ее семья, муж и сын, всегда стараются отмечать по-разному, часто меняя и места проведения, и города. В этом году было решено организовать большую дружескую вечеринку дома. Но вот чем удивлять гостей? Свое решение этой проблемы предложила компания «Интерсвязь». Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня проходит тестирование телевизионной приставки. Попробуем. Телевизионная приставка с голосовым поиском «Xbox» – это одна из последних уникальных разработок компании «Интерсвязь». Она станет отличной альтернативой смарт-ТВ, избавив от необходимости долго выводить на клавиатуре название любимого фильма или программы. Поиск здесь осуществляется с помощью голосовых команд и занимает всего 10 секунд. Можно спросить у нее ваш любимый фильм, прогноз погоды и даже сколько лет Ольге Бузовой. Погода в Магнитогорске. Замечательно. А есть ли караоке? Ого. А Лендову можно? С приставкой Xbox можно все. Умный помощник поймет любой запрос и предложит целую палитру всевозможных вариантов не только фильмов, но и игр и развлечений, которые не дадут заскучать на Новый год даже самой взыскательной компании. Такую универсальность и простоту в обращении Олеся Глухова оценила очень высоко, отметив, что для нее Xbox стал настоящей находкой. Я купила себе подарок на Новый год – телевизионную приставку Xbox. Но самое главное, я знаю, в каком формате пройдет наш новогодний праздник. С Xbox мы устроим вечер караоке и киновикторины с говорящим пультом. Олеся уверена, что Xbox станет бесценным помощником и в повседневной жизни, считая, что отличный подарок на Новый год она сделала в первую очередь для себя. Xbox – это лучший подарок на Новый год. При ее покупке каждый получает зимний сюрприз в подарок – фирменную ледянку от компании «Интерсвязь». Приобрести приставку Xbox для себя или в подарок близким к Новому году можно в центрах обслуживания абонентов. Подробности по телефону горячей линии или на сайте компании «Интерсвязь».